Полторы тысячи нарушений в сфере защиты прав субъектов инвестиционной деятельности выявлено прокурорами Самарской области в этом году. Под постоянным контролем надзорных органов находятся и вопросы своевременной оплаты исполненных государственных и муниципальных контрактов. В итоге удалось добиться погашения задолженности на сумму более 780 миллионов рублей. Также прокурорами установлено, что органами местного самоуправления ненадлежащим образом исполняются обязанности по оказанию муниципальных услуг в электронном виде, а также по размещению в сети интернет административных регламентов предоставления муниципальных услуг. Очень много актов, которые увеличивают сроки или увеличивают, так сказать, компетенцию чиновников при проверках. Таких тоже фактов очень много, особенно на муниципальном уровне. Вот, прокуроры регулярно протестовывают в соответствии с законодательством, но мы даже вот на сегодняшний день добиваемся, на сайтах администрации должны быть расписаны условия. Создан список документов, при которых инвестор, заходя на территорию района, должен понимать, какие документы должен сдать. Создание благоприятного бизнес-климата – это ключевое условие развития экономики любой области. Необходимо стабильно и эффективно реализовывать систему мер поддержки и защиты инвесторов. Это является одним из приоритетов работы прокуратуры. На протяжении последних лет силовики системно и последовательно принимают меры по защите прав предпринимателей, обеспечению свободы экономической деятельности и снижению административного давления на бизнес. Благодаря этому Самарская область остается наиболее привлекательным регионом для инвестиций. Задача, находясь в этом здании, никого-то наказать. В первую очередь привести в соответствие те единые требования, а что такое инвестиционная привлекательность, какие требования должны быть, в какие сроки это должно все исполняться. Вот задача, чтобы мы разговаривали совершенно точно на одном и, самое главное, предпринимательском языке. По итогам заседания территориальным прокурорам даны конкретные поручения, реализация которых будет способствовать выполнению поставленных президентом Российской Федерации и генеральным прокурором задач по ликвидации административных барьеров, формированию благоприятных условий осуществления предпринимательской деятельности, а также избавлению бизнеса от навязчивого контроля и надзора. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События.